Что это было? Страшный монстр. Повторяю еще раз. Упавший прошлой ночью метеорит был очень маленький, поэтому не будет сильной волны. Согласно метеорологическим наблюдениям станции Сакуры, на нас сейчас летит намного больший метеорит. Я ничего не могу поймать. Это из-за того, что метеорит упал? Давай остановимся и вернемся домой. Давай еще немного. Я не могу получить удовольствие от обеда, если в нем нет гарнира. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Ми, ты такой хороший. Что-то попалось. Такое тяжелое. Я, кажется, поймал огромную рыбу. Ми, давай, давай, давай. Наконец, поедим лапши с жареной рыбой. Сильная. Давай, Ми, давай. Ми. Да все нормально, док. Через несколько минут я вернусь. С ним все будет хорошо. Давай верить в Ми. А в это время в доме Фуджи... Куро, я не могу воспользоваться посудомоечной машиной, пока не придет Куро. Позже помоешь. Нет, какой ты ленивый. Кура просто ненавидит мерзнуть. А когда все тихо и спокойно, то о лучшем и мечтать не приходится. Он задерживается. Да уж. Может, нырнем в море? Я бы нырнул, но я не робот, как Ми. Поэтому я тут же превращусь в льдышку. Да, ты прав. Но у меня идея. Давай проверим, жив ли Ми. Радаром. Так, это сигнал Ми. Он все еще жив. А почему тогда он не возвращается? Несмотря на то, что этот прибор нам вроде бы и не нужен, он пригодится в этой ситуации. Да, хорошо. Хорошо, что я тогда его починил. Буду искать Ми. А я останусь здесь, чтобы подсказывать, откуда идет сигнал Ми. Катаро, я на дне. Сейчас посмотрю, где ты. Сигнал Ми слева от тебя. Понял. Боже мой, какие у меня тяжелые ноги. Я не могу идти. Сигнал Ми перемещается к центру моря. Все может быть. Но я его так никогда не поймаю. Давай, док. А почему это море такое грязное? Да ничего с этим уже не сделаешь. Выходи из воды, док. У меня есть идея. Не знаю почему, но мне кажется, я не могу дышать. Пожалуйста, вытащи меня отсюда, Катаро. Катаро, расскажи мне. Если мы соберем обломки металла, мы можем сделать лодку, чтобы собрать весь мусор со дна. Хорошая идея, Катаро. Давай скорее найдем Ми. А вот и дом Фуджи. Куро, не время спать. Ми в опасности. Куро, хватит сидеть у обогревателя. Если не будешь двигаться, то вообще неуклюжим скоро станешь. Оставь меня. Что ты делаешь? Я это делаю, потому что переживаю за твое здоровье. Помолчи. Ну почему? Кит, только не создавай проблем, которые позже придется разбирать мне. Куро, ты мне на нервы специально действуешь? Хватит. Кто, по-вашему, опять будет перестраивать дом? Хватит все крушить. Ладно, мы не будем спорить, поверь мне. Черт, как все достало. Кит. Он практически приспособлен к мирной жизни. Я тебе не прощу. Как может кот жить в таком месте? Но здесь так холодно. Как уютно. Кататься по полу. Как ты здесь оказался? Наконец мы это сделали. Выглядит хорошо. Но с таким количеством топлива может ничего толкового не получиться. Капитан Хавр? Да-да. Как раз вовремя. Нам нужна ваша помощь. Взгляните на это. Ми весь под мусором, но я надеюсь, Ми справится с этой ситуацией. Я где-то в море видел горящие глаза. Думаю, на дне спрятался монстр. Монстр? Хочешь сказать, что монстр похитил Куро? Возможно, пришло время, когда я буду сражаться с монстром. Да? Быстрей, пошли. Извини, Данг. Ты останешься дома. Будешь охранять дом. С Ми, наверное, произошло что-то ужасное. Его сигнал исчез. Что? Может, его забрали вместе с мусором? Ми, ответь, если ты здесь. Думаю, он все еще в море. Давай чуть позже еще повторим. Надо топливо расходовать разумно. Очень надеюсь, что Ми поймает наш сигнал. Мы получили срочные новости по поводу нового метеорита, летящего к Земле. Он летит по той же траектории, что и вчера. Но вчерашний был намного меньше. О нет, как плохо. И похоже, он не сгорит, пролетая через стратосферу. Всем жителям места возможного падения приказано эвакуироваться. Похоже, он приземлится в районе деревни цветущих вишен. Боже мой, зачем это происходит сейчас? Жители деревни, пожалуйста, покиньте свои дома. Жители деревни, покиньте свои дома. Эвакуация. Повторяю, эвакуация. Куро, выходи. Падает метеорит. Здесь так шумно. Лучше поторопиться. Куро. Падает метеорит. Что вы собираетесь делать? Я отсюда не уйду. Я не могу здесь оставить Ми. Ми, у нас мало времени, давайте побыстрее сматываться. Но как же? Иначе на нас упадет метеорит и всех размажет. Ми! В итоге метеорит упал в море. Деревню накрыло волной. Что стало с Ми? И отойдет ли Куро от обогревателя? Давайте посмотрим вторую часть. Смотрим вторую часть. А, Куро, ты все еще у обогревателя. Точно. Куро. 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 Это дом доктора Го. Здесь все так чисто. Это что, реальность? Мое сокровище. Куро, ты все время был мной недоволен. Ты правда мое сокровище? Мой обогреватель! Куро! Извини, извини, я просто шучу. Чудище, ты на меня напала. Подожди, здесь Джонатан, значит... 100 лет не виделись, Куро. Можешь сделать мне одолжение? Ни за что. Куро, не глупи. Послушай меня. На самом деле... Мне кто-нибудь поможет или нет? Что? Ми! Да. Мне интересно, что случилось под водой после падения метеорита? Его могло разнести метеоритом. Мой Ми. Слишком рано говорить такие ужасные вещи. Это же Ми. Он справится без чьей-либо помощи. Верно. Еще очень рано паниковать. Вы это говорите, чтобы меня успокоить. Море какое-то странное. Куски металла соединились в нечто одно, как будто это живое существо. Что происходит? Это из-за метеорита? Да нет, конечно. Я не думаю, что это чудовище из космоса было в метеорите. А как такое могло произойти? В таком горячем метеорите даже бактерия бы не выжила. Здравый ум мне ничего не подсказывает. Да. Смотрите, монстр. Становится интересно. Не надо, Куро, побежали. Получай. Глазам не верю. Я раньше с ним боролся. Глаза белого монстра. Это же монстр-металлоломщик. Я в шоке. Вы от меня такого не ожидали? Меняем оружие. Еще. Ми. Осторожнее, бежим. Бежим, бежим. Куро. Вот, получай еще. Подожди, Куро. Ми все еще в монстре. Куро. Монстр направляется к деревне. Скорее бы все кончилось. шкуру. Что такое? Какой кошмар! Что это? Монстр! Куро, ты наша последняя надежда. Куро. Это силы самообороны. Связь. Это силы самообороны. Связь. С генералом Ми связи нет. Возвращаемся. О нет. Никто не может остановить монстра. Никто. Но у нас есть Куро. Куро превратился в супербыстрого Куро. Теперь никто не сможет остановить Куро. Ми. Все плохо. Он совсем не двигается. Док, давай его в лабораторию отнесем. Мы не дадим чудищу из космоса нас победить. Быстрей. Пока Куру дерется с монстром, мы можем помочь Ми. Ми, пришло время продемонстрировать нам свою энергию. Куро, не сдавайся, Куро. Ми. Пришла очередь Ми. Ты мне действуешь на нервы. Ми, спаси Куро. Куро, что он делает? Это ерунда какая-то. Все. Нет, еще не все. А это тот, кого я видел раньше. Я знаю. Разгадка метеорит. Что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что... Всем отойти назад. Может быть, очень опасно. Ми, ничего не произойдет, пока ты не уничтожишь метеорит в теле монстра. Все бесполезно. Ясно, спасибо. Катаро? Надеюсь, Кура мне поможет. Готовы? Вперед! Куро. Неужели нельзя победить монстра, даже если Куру и Ми соединятся? Я не могу простить. Это повредило Ми. Док, ты плохо поступил с Ми. Даже не думай, что так все легко закончилось. Ты будешь первый и последний, кто меня так огорчает. Я тебе задам. Готовься. Сейчас ты получишь. Абракадабра. Ми, мне больно. Док, ты как? Куро. Похоже, у меня закончилось топливо. В любом случае, все закончилось. Что это? Не может быть. Боже мой, он все еще жив. Теперь это опять груда металла. Ну вот и хорошо. На земле опять мир. Холодно. Я так счастлива, что Куру надел мой шарф. Опять мне работать. Чини быстрее, а то я скоро умру от холода. Я бегал и нырял в море в такую холодную погоду. Куро. Интересно, зачем сюда и Хавр пришел? Был бы я на 10 лет моложе. Хорошо же, что с Ми все в порядке, правда? Столько всего произошло в деревне цветущих вишен. Что будет дальше с Куро? До встречи! Peace.